Международный молодежный экономический форум – это площадка для обсуждения ключевых экономических и социальных вопросов с крупнейшими российскими и международными экспертами. Он пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума 2023. Цель – охватить такие сферы самореализации молодых людей, как меры поддержки бизнеса, развития сообществ профессиональной молодежи, международные научные и технологические проекты, туризм, экологию и другое. Форум организован Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр содействия молодым специалистам» и фондом «Росконгресс». Он пройдет на протяжении 4 дней с 14 по 17 июня на базе Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Кандидатам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на портале фонда «Росконгресс». Регистрация завершится 23 мая.